Артем, все забываю тебя спросить, как выставка робототехники? Выставка прошла отлично. Я вел прямую трансляцию, познакомился с разными ребятами со всех регионов Кавказа. Юные конструкторы делали таких роботов буквально за месяц. Я был поражен. Артем, готова поспорить, ты не был на спектакле «Любовные истории» Сары Леоноры? Честно, не сходил, но в следующий раз пойду. Что там у нас? На этой неделе будет сразу две премьеры. В Воистинском театре 3 и 4 мая спектакль «Игроки» и спектакль «Дикарка». Запиши сейчас же. А в Доме кино пройдет выставка работ победителей конкурса «Сила воды». Вход бесплатный. Ты говоришь мне про театры, выставки, музеи, я скажу тебе про кино. 1 мая у нас две премьеры. Комедия «Другая женщина», ну это для тебя как раз, для девочек. И фильм ужасов «Эксперимент зло». Туда я пойду, но не ты, ты еще маленькая. Ты слышал, к нам на целый месяц приехал Цирк Шапито. Там будет невероятное красочное шоу. Спроси, откуда я так и знаю. Откуда ты знаешь? Я общалась с одним из организаторов, он рассказал мне очень много интересного. Обычно в библиотеках бывает тихо, но не 8 мая. В 6 часов в Национально-научной библиотеке пройдет выступление под лозунгом «Мир, труд, май, рок-н-ролл». Мир, труд, май, рок-н-ролл? Ты да, серьезно? Да, рок-н-ролл, Тома. В IQ-кафе 4 мая пройдет нестандартная фотосъемка в духе СССР. Ой, я бы сходил. Интересно же? Да. Только там нужно приносить свои костюмы. Ну, что-нибудь придумаем, подберем. А теперь, как я люблю, ночная жизнь, клубы, тусовки. В Пушкинском будет крутая вечеринка, перезагрузка. Там что-то наподобие боди-арта, золотые статуи, будут танцы. Ну, в общем, весело, интересно. Надо пойти посмотреть. А 49 дарит аж нам две незабываемые вечеринки. Это диджей Кану в пятницу и в субботу один из лучших диджеев Краснодара, Миша XL. 1 мая у нас две премьеры. Комедия? Да. В Пушкинском будет крутая вечеринка. Круто, крутые вечеринки. Слишком у меня они. Тебе повезло на этой неделе? У нас клуб 49. Не, а как сказать правильно? У нас две подряд там вечеринки идут. Пропитанная советским пролетариатом 4 мая. Пожалуйста. Что? А в Доме кино пройдет конкурс, Пройдет представление под лозунгами «Май, труд», нет, «Мир, труд, май», «Мир, труд, май», «Рок-н-ролл». Кстати, слышал, к нам на целый месяц приехал Цирк Шапито. Круто, надо сходить. Надо. Надо.